красная. Сейчас будем кормить аравану. Ага. Даже не думайте, аравану... Такие камни у меня лежат сверху, потому что когда аравана начинает прыгать, она может выбивает все вообще. Да, все, она все выбивает. Крышку выбивает и может вылететь на пол, уже несколько раз вылетала. Да, мы ее еле спасали. И даже не думайте, аравана... Она хорошая. Аравана пальцы папе не откусит. Как будем кушать, да? Что будем кушать, моя хорошая? Вот ты моя красавица. Вот кто-то говорит, что до рыб дотрагиваться нельзя, что они получат ожог там или еще что-то. Ничего страшного, вот даже очень любит араваночку мать, когда ее гладит. Угу. Вот видишь, она сама даже приплывает к руке, чтобы ее еще раз погладили. Вот. Вот. Давай, моя хорошая. Хорошая. Будешь с чешуей кушать? Будешь? Не, она не хочет чешуи, ей надо, надо очищать. Надо почистить, да? Да, она любит с очищенной шишей. Угу. С креветками очищенными. Сейчас, подожди, сейчас посмотрим, как она. Сегодня опять шибанулась, вон выбила чешую на сверху, угу. Видишь, на голове? Да, вижу. Она шибанулась, когда я приходила сюда за мячиком. Не хочет, папа, очисти. Давай, очисти. Видите, какая привереда. Ну, очисти мне, ну, очисти. Ага, ну, очисти. Очисти мне. Да. Я не хочу такое есть, я хочу с очисткой. Ты что, вообще сегодня кушать не хочешь, Роман? Что ты у меня сегодня? Не голодная, что ли? Может быть, не голодная. Давай. Не голодная сегодня? Ты вчера наелась хорошо? А? Давай. Не хочется, видно она. Тихо, Роман. А, все. Сейчас сажу вот этих. Маленькие малышки, да, сажу. А Лавана, видно, у нас что-то не голодное. Да, Лавана что-то у нас не голодное. Смотри, вон, ну, этим только давай, эти всегда голодные. А Лаваночка у нас бывает и не кушает, да? Угу. Па, может, хватит уже? Ты моя хорошая. В памяти не останется. А, вот как хорошо. Все? Вот я ее трогаю, у нее толщина вот... Вот у головы, вот здесь у головы, толщина у нее, знаешь, какая? Вот такая вот. Ого, вот такая толщина. Огромная. Вот такая толщина. Не накапай. Ты смотри, куда ты снимаешь. Вот такая толщина. Mm-hmm. Я думаю, сейчас она весит уже около 3 килограмм. Не если знаю. Если не больше даже. Да, Раулечка моя? Ты кушать будешь сегодня? Ну-ка, давай еще раз. Что-то она сегодня нервная, она сегодня шибанулась, наверное, поэтому есть не будет сегодня. Да. Но я тебе говорю, она шибанулась, когда я за мячиком приходила. Да? Да. Два раза. Достал? Так, хватит, вы уже пообедали. Ладно, мне это. Давай, кушай. Кушай, Роман. Да, наверное, не хочет она. Не хочет кушать сегодня. Па, у меня же рука устает. Да вон, эти-то что-то плохо едят. Смотри, даже креветку не доедают. Перемена погоды, значит. Ну да, точно, сегодня же дождь. Полил. Ты смотришь, где ты снимаешь? Да. Ты снимаешь вот здесь вниз. Да я полностью ее снимаю. Не хочет кушать аравану. Ну все, па, уже памяти, наверное, мало осталось. У меня рука устает. Сейчас, подожди, обычно она любит, чтобы ей сверху кидали.
И здесь не хочет, да? Не хочет. Села? О, съела. Ну уже. Одну съела, да? Ага. Ну уже ладно, съем я уже. Но пока отстань. Но если ты настаиваешь, я съем одну, да? Да. Давай-ка еще дадим. Может, клёпочка там. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Да уж. Не хочу. Давай, кушай, давай. Ну все, тогда пусть эти рыбки едят. Если вообще съедят. Халло. Иди, иди. Все. Ох, ох. А как она меня гладит? Ну-ка давай, Роман, поглади меня. Оп. Видишь, боком своим гладит. Да, она со мной так же разговаривает. Ну все. Все, па? Очень умно, никогда меня не... Вот. Она знает, что это моя рука, но никогда не кусит. Хотя, когда голодная бывает, она может хапануть. Па, ну хватит уже. Ух ты, моя хорошая. Купил вот этих рыбок. О, вон она меня трогает, видишь? Вон она меня трогает. Купил вот этих рыбок вот такими вот, вот эти маленькие. Ой, они, говорят, маленькие, они большие не вырастут. Вон какие вымахали. Еще, еще такие хищники, что покруче оравны. Сожрали всех моих маленьких рыбок. О, вылезла буранка, что ли? Я думал, ее тоже сожрали. Точно вылезла, долго ее не было. Где-то пряталась. Наверное. Видишь, гурамка маленькая. Слушай, а вторая? Да, вторая, вон она, видишь? Ага. Это я самая. Тоже думаю, долго не было, наверное, того сажа первую оставили. А, хватит. Вот какая красавица. Вон какие сомики, видите? Ага. Здесь еще плавают еще маленькие рыбки. Где они? Вон, Олесь, сними, вон плывет, видишь, какая маленькая. Раванна ее не трогает. Точку. А вот здесь живут креветки, Олесь, сними, вон креветки. Вот здесь где-то креветки, если вы видите, конечно. Вот здесь прозрачные креветки живут. А я думала, что их сожрали. Их очень долго не было. Хватит? Сейчас. Я уже рука устала. Еще она любит, когда ее по пузику гладят. Он. Ты даже можешь по пузику гладить, а она своими пальцами ничего не сделает. Не, ну маму один раз укусила, помнишь? Да, помню. До крови. Угу. Но она... Маму она не очень любит, потому что мама ее не кормит. Да. А меня любит. Вообще-то она тоже меня любит. Я с ней разговариваю, ну иногда. Да. Я когда-то с ней так разговаривала, что прямо отстать от нее не могла. Ну все же. Все? Да.